Привет, дорогие друзья! Телеканал Юмор Бокс заботится о вашем хорошем настроении. Именно поэтому с вами программа «Позитивная психология» с Натальей Толстой. Я приветствую вас и хочу от всей души поздравить с Новым годом. Год собаки, год дружбы, год волонтерства. Надеюсь, что он принесет нам и любви, и здоровья, и удачи, и денежек. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем вновь рассматривать письмо. Девушка говорит, что в предновогодние праздники она и шьет, и вяжет, и вышивает, и косички плетет, и чего только она не совершает, и не видит никакой благодарности со стороны своего любимого человека. И она говорит: я чувствую, что меня обесценивают, я совершенно ему не нужна. Уходить я никуда не собираюсь, и ловлю себя на мысли, что я все время в плохом настроении. Итак, друзья, давайте поговорим о том, что такое благодарность и обесценивание. Это совершенно разные вещи, и любая, и женщина, и мужчина, любой человек, пребывающий в отношениях, должен понимать, что есть вещи, которые мы делаем для себя. Это учеба, наш стиль, то, как мы выглядим и думаем. Все это мы делаем для того, чтобы нравиться самому себе. Наше увлечение, наш спорт, все, что мы делаем в виде обстановки, да, каждый стол, каждый стул мы купили для того, чтобы нам нравилось жить в нашей квартире. Есть вещи, которые мы делаем для двоих. Это и вкусная еда, и свечи, и какие-то общие дела, проплата счетов, забота друг о друге. И есть вещи, которые мы делаем именно персонально для любимого человека. Ну, может быть, стираем его, там, не знаю, футболки, куртки, занимаемся тем, что приготавливаем еду, которую не едим сами, выполняем какие-то его пожелания, просьбы и требования. И получается, что когда мы начинаем выпрашивать благодарность себе, то автоматически превращаемся в попрошалок. И в этот самый момент, кто нам должен? Тот, у кого больше потенциал, тот, у кого больше денег, он задолжал. Тот, кто может больше сделать, он должен делать. Тот, кто больше знает, тот, у кого больше возможностей и способностей, он больше знает. Но тут надо очень четко понять, что иногда мы обесцениваем себя сами тем, что начинаем что-то выпрашивать. Само осознание того, что «посмотри на меня», «позвони мне, позвони», «дай мне, дай», это все очень плохо. Автоматически это вызывает отторжение. Сначала это, наверное, мужчине нравится, но через некоторое время он спрашивает: а на каком основании я все время должен тебе давать? Так бывает, друзья, что женщина иногда, особенно в праздничные дни, начинает мужчине выносить мозг претензиями, которые совершенно не нужно в этот самый момент ему предъявлять. Давайте прервемся на несколько минут для хорошего клипа на канале Юмор Бокс, и потом непременно встретимся и поговорим снова на эту тему. Приветствую всех, кто присоединился к нам после перерыва. Мы сегодня говорим о благодарности и обесценивании. И, естественно, я нашла очень хороший пример у Крылова. В очередной раз мы будем говорить о волке и журавле. Итак, что волки жадный, всякий знает. Волк, евший, никогда костей не разбирает. Зато на одного из них пришла беда. Он костью чуть не подавился. Не может волк ни охнуть, ни вздохнуть. Пришло хоть ноги протянуть. По счастью, близко тут журавль случился. Вот кое-как знаками стал волк его манить и просит горю пособить. Журавль свой нос по шею засунул волку в пасть и с трудностью большую кость вытащил и стал за труд просить. «Ты шутишь?» – зверь скричал коварный. «Тебе за труд? Ах, ты неблагодарный! А это ничего, что ты свой долгий нос из глупой головой из горла цел унес? Пойди ж, приятель, убирайся, да берегись, впредь ты мне не попадайся». Да, смотрите, как интересно, то есть человек мог протянуть ноги в прямом смысле. Кто-то пустил его в свою квартиру, поделил с ним кусок хлеба, возможно, родились детки, делятся вместе, чего-то добиваются. И вдруг один из них начинает требовать, в прямом смысле топочет ногами и требует какой-то благодарности. Нужно понимать, что это всегда должно делаться с удовольствием. И если вы видите, что человек взял, как само собой разумеющееся, а иногда даже, ну, что-то вы мне суете, а впрочем, давайте. Это, конечно, обижает. А бывает, что человек видит ценность подарка или поступка, который совершается, и говорит: вы знаете, это чересчур большая жертва, она мне нужна, возможно, в этом
этом нуждается кто-то другой. Это уже не обидно, это степень уважения вам показывается, и человек просто не хочет принимать этот подарок, дабы не быть вам обязанным. А еще бывает такое, что кто-то говорит: не такие трусы, не такой подарок, елочные игрушки пластмассовые, год не такой, правительство не такое. Это все неправильно. Это вот эта неблагодарность, которая поселяется внутри нас, она начинает как червоточина выедать нас. Получается, значит, мы в новогодние праздники собираемся за большими столами. Для чего? На корпоративах, чтобы сказать руководству и сотрудникам: спасибо большое, друзья, что вы со мной были в течение всего года. Спасибо за помощь, что вовремя сдали отчет. Спасибо, что вовремя выплатили зарплату. Мы собираемся с родственниками, чтобы обсудить какие-то планы вместе на будущий год. Понять, когда мы будем крестить детей, какие поездки будут, где мы будем на это брать финансовые ресурсы. Мы собираемся за столом, чтобы сказать друг другу: спасибо, что вы есть в моей жизни, что помогаете с малышами, что звоните периодически и узнаете, как у нас здоровье. Иногда родители помогают детям, хотя после 18 уже и дети должны помогать родителям в наше время и в нашей стране. В любом случае, люди пожилые очень нуждаются в нашей помощи. Итак, за всеми общими столами, за которые мы собираемся, нужно убирать негатив и оставлять только позитив. Пусть его будет больше, с добавкой. Не жадничайте душой, любите друг друга. Еще раз поздравляю всех с Новым годом и хочу сказать вам: если вы не успеваете посмотреть нас на, когда идет телевизионная программа, пожалуйста, подключайтесь. Мы есть в YouTube, наш телеканал, подключайтесь на мой канал «Школа любви и добра», ищите нас в Instagram. Вот у меня Instagram Наталья Толстая официал, есть Instagram у Юморбокс. Находите нас, пожалуйста, комментируйте, пишите свои пожелания и непременно пишите письма на почту. Каждая из них станет темой нашей следующей программы. Всем любви и добра. Пока!